сделать ковер большой из той комнаты, его выбить на улице и 10 кинуть посередине. Несколько раз я уже тут высаживал. Продаю. Можно поднять. Вот фактически уже можно проводить конференцию. Да, можно. Надо нарисовать что-нибудь. Давай попробуем. Мне кажется, здесь тебе молоток нужен или колу. Я когда-то в деревне у бабушки колу давал. Так ну, что да. Надо для современной же... молодежи писать, кто такой Ленин. Из Википедии распечатку вешать. Да.
И только сверху вот эти надгробия. Петропавловские. То есть они там точно так же в склепах, которые открываются. И вообще у коменданта Петропавловской крепости ключи были от этих склепов. Так что там совершенно история такая же, как с Лениным. Но их почему-то никто не требует. Вот очень важно, когда Мария с Санкт-Петербургского госуниверситета, философ, психолог, она вот убирает, уже люди не бросят. Сюда подойдут ухоженный уголок, газету прочитать, что-то важное. Там строительство идет в доме. Очень важно, что территория ухоженная. И уже она воспитывает не только Ульяновку, а и в целом страну. Вот если вот так сохранять, не перезахоранивать, а сохранять наше историко-культурное наследие, изучать не так, что где только был, а изучать идеи, в первую очередь ленинские, тогда и будет развиваться Россия, потому что многие идеи актуальны, и в основном все идеи Ленина актуальны и сегодня для развития современной России. Поэтому вот одна из форм прочтения вот здесь у нас в Ульяновке. Вот дотер газета. В результате борьбы докеров достигли больших побед. И зарплата резко отличается по уровню от многих-многих других рабочих России. И газета вот. Это же «Правда труда». Ну вот, «Правда труда», но она посвящена докерам, поэтому крупные докеры, чтобы чувствовали, что у них чуть ли не своя газета. Это очень важно в жизни. А без борьбы и ничего не получится. Наш господствующий класс, класс буржуазии, конечно, отстаивая свои интересы и проводя свою политику, а политика это классовая борьба за завоевание, удержание, осуществление государственной власти, конечно, они под это определение строго выполняют. Зато и все четыре ведущие партии буржуазные, они все направлены на вот это удержание власти. Поэтому рабочим, конечно, где опираться? Вот здесь можно прочитать и извлечь что-то для себя полезное. Приятно ужас статьи. «Философия для России». Михаил Васильевич Попов. На встречу юбилея Великого Октября. Профессор Казенов. И все здесь работают по благоустройству. Здорово же. Поймет, что не только в составе Союза строитель стал зодчим, но зодчий и тот, кто строит порой под немыслимым грузом рабочих, прорабских и прочих забот. А партии не ждет он и славы не просит, потомки пускай вспоминают о ней. Рабочий спецовки на благо России возводит. Строчках нам слышатся отзвуки ярких побед, ведь он созидатель, строитель и зодчий, прекраснее в мире профессии нет.
Вот, товарищи, вот этому зданию 150 лет. Оно даже в войну уцелело, сохранилось. И во время пожара осени 2013-го, вот, конечно, внутри, как вы уже знаете, ведутся реставрационные работы, но и снаружи тоже необходимо поддерживать хотя бы в более или менее приличном виде. Конечно, на все нужны очень большие деньги. Денег у нас, откровенно говоря, не хватает. Санкт-Петербургский государственный университет. Ну, я учусь, а тут подумали, что я преподаю, я учусь. Профессор Попров. Значит, всех, товарищи, благодарим сегодня за проделанную работу, за участие в ремонте и уборке. Это рабочий. На следующем субботнике будем продолжать покраску в той комнате. Но я так думаю, скорее всего, нам придется опять заняться территорией, потому что трава уже подымется. Поэтому у кого есть возможность, нужно будет привезти траву, покосить траву что-нибудь. Есть. Если есть возможность, косу, триммер. Будет в следующий раз. Рано еще траву есть. Да нет, траву не, уже не, вовремя, есть. Вовремя. Суббота 30-го, да? Да. Да. Так, у кого еще вопросы, выступления по поводу... Протестки. Все. Какой? Хорошо поработали. Нет, давайте заборчик в белый цвет покрасим. Все. Мы с Варварой тут думали, что... Если вы хотите последняя белый... суббота июня 24-го будет. Слава Богу. 24-го. С нетерпением уже ждем. Товарищи, у кого-то есть вопросы, выступления? Нет. Прекрасно. Нет. Все. В связи с собрание закрыто. Всем спасибо.